Так, вот у нас лестница здесь начало. Со второго этажа. Это второй этаж. Да? Так, и вот у нас вопрос. Вот здесь, над лестницей. Подожди, где? Ну, не видно. Руку пониже опускай. Да. Я руку обняла. Давай. Возьмем вот здесь. Площадка. Нужно ли ее, можно ли ее забетонировать или нет? Нужно ли бетонировать для какого-нибудь шкафчика, полочки? Да. Вот я думал, что вот здесь, вот именно, вот в этом месте. Бетонировать площадку всю, половину. Ну, всю-то уж точно нет, но сантиметров 50 я хотел. Примерно. И вопрос вот с этой стеной. Да, темно. Обрезать ее. С какой стеной? Вот с этой стеной. Да. Если не бетонировать по ступенькам. Или вот с этой покажи. Вот так по ступенькам обрезать. Ну, потом, когда забетонируют. Соответственно. Ну да. Или наоборот нарастить как перила. Подожди, подожди, покажи. Ну да. Ну выше, ниже, как. Или в принципе ровно выше перила сделать. Ну, в общем, что с этим делать? Ну да. Я вот предлагаю Лене сделать вот в этом месте, покажи, вот в этом, сантиметров 50 залить бетоном, вот здесь, покажи вот это место, да. И здесь поставить вот такой шкафчик небольшой, или большой, или нет, небольшой. А может даже, кстати, можно и небольшой шкафчик, как перила.